Привет, друзья! На трассе в Татарстане произошло жуткое ДТП. Авария с участием легковушки Hyundai и грузовика случилась под Бавлами. Кадрами с места трагедии очевидцы поделились в соцсетях. Известно, что грузовик выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем. Удар был настолько сильный, что Hyundai буквально разворотило на части. В результате сильной аварии погибли водители пассажирка иномарки. Также двое пассажиров авто и водитель грузовика пострадали. Они госпитализированы, а их состояние не сообщается. На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.